Прошу огласить патриаршие указы. Во внимание за личный вклад в развитие России Бутина Мария Валерьевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, удостаивается ордена Русской Православной Церкви Святой Равноапостольной Княгини Ольги второй степени. Чтобы он хранил. Аксия! 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 Мария Валерьевна – живой герой. Да, действительно. В застенках находилась. Во враждебной стране. И для того, чтобы спасти себя, мало нужно было, только предать Родину. Она ее не предала. Так же, как не предавали наши благочестивые предки. И сегодня этот дух веры православной, дух любви к Родине присутствует в нашем народе. И я рад, что такая молодая и красивая женщина здесь стоит, являясь символом победы над темной и могущественной силой, которая вступила в борьбу с нашим народом. Аксия!